Всем привет! Сегодня мы будем готовить салат. Салат здоровья. Просто вот лучше не придумаешь. Главный ингредиент — это сельдерей. Сельдерей мы возьмем, вот здесь смотрите, полкило, мы возьмем половину, 250 грамм. Ну, еще мы там отрежем с этой стороны, грамм 200, наверное, будет сельдерея. Дальше у нас здесь зелень. Зелень берите любую, но вот мяту обязательно. Значит, здесь у меня петрушка и кинза. Можете еще укропчик добавить, будет просто замечательно. Так, сушеная клюква. Это обязательно. А дальше такой набор. Здесь у меня орехи. Здесь у меня грецкий орех, кешью, лепестки миндаля, тыквенные семечки, семечки подсолнечника, кунжут. Кунжутные семечки, черный кунжут. В общем, я это слегка подсушила, потому что у нас очень сыро. А так вообще это сырое, это не жареное. Грецкий орех я, ну, порублю. Так, вот примерно вот, вот на такие кусочки. Не маленькие, но чтобы они чувствовались в салате. Так, дальше нам понадобится сок половинки лимона. Потом у меня здесь достаточно жидкий мед. Вы можете использовать кленовый сироп, там любой сироп. И оливковое масло. Все, соль, приправы, перец, ничего сюда не добавляем. Первое, что нам нужно сделать, зелень я уже помыла, зелень должна быть сухая. Теперь мы помоем, почистим сельдерей и покажу, как его будем резать. Так, сельдерей помыли, подсушили. Пока доска сухая, я орешки накрошу. Вы можете сюда любые орехи положить, какие у вас есть. Все будет прям в тему. Сельдерей нарезаем достаточно мелко. 2. Вот на 4 такие части. И вот так вот миленько. Сельдерей мы нарезали. Вот такая красота. Теперь зелень. Зелень у меня мята, и у нее ствол такой достаточно твердый. Поэтому я отделю только листочки. Вот. И мелко-мелко также порежем. Как только вы можете, порежьте мелко. Зелень отправляем к сельдерею. Смотрите, что все было так хорошо мелко порублено. Теперь мы сделаем заправку. Заправку нужно добавлять прямо перед самой подачей к столу. Значит, здесь у меня 2 ложки чего-нибудь сладкого, сиропа, меда и так далее. Мед постарайтесь выбрать такой не ароматный. 2 ложки оливкового масла. Так, в самый последний момент я решила добавить кунжутное. Но оно, знаете, оно рафинированное, без запаха. То есть ложка у меня здесь оливкового, ложка кунжутного. Знаете что? Вы можете добавить любое растительное масло. Вот какое вам нравится, можете добавить. И сюда я отожму половинку лимона, сока. Но вы знаете, если попадется сюда мякоть, будет даже неплохо. Косточки. Косточки убираем. Ну, все. Утонула косточка. Все тщательно перемешиваем, чтобы все растворилось. Так. Еще раз соль, перец. Соль, перец не надо. Так. Все, отставляем в сторону. Теперь сюда мы добавим. Ой, еще мята, подожди. Теперь добавляем нашу орехово-семечную смесь. Я, наверное, все добавлять не буду, я добавлю половину. Это такие, знаете, хрустики, мы их называем. Сюда. И сюда же мы добавим, ну, я думаю, 2 ложки. Это сушеная клюква. Вот так. Все. Теперь мы это все вот так аккуратно перемешаем. Есть я рекомендую этот салат ложкой. Вот так вот. Здесь у нас заправка, которую я добавлю уже перед самой подачей. Вот такой салат у нас получился. Называем мы его салат здоровья. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока.